Прием, друзья, на связи Шедимен. Добро пожаловать в новый видеоролик. И с нами, как всегда, конечно же, Леди Леска без челки. Всем привет! И неповторимый, и очень... Ладно, не глупый Нубик Кубик. Эй, привет, друзья! Сегодня у нас будет противостояние против цунами в Майнкрафте. Помните, совсем недавно мы переживали волну цунами из аниматроников Луны и Солнца в Майнкрафте. Сегодня будет также волна из аниматроников ФНАФа 9, однако из каких именно мы не имеем понятия, так что будет намного интереснее. И, конечно же, напомню правила, у нас есть огороженная территория и всего 5 минут. Как только 5 минут заканчиваются, и как только мы поискали все предметы в бедроковой коробке, мы начинаем свое строительство своих баз, вернее, вот как-то так. А также для тебя у меня есть один интересный вопрос. Слушай, скажи мне, пожалуйста, вот кто вот этот персонаж, который прямо сейчас появился на твоем экране из ФНАФа 9? Кто он такой, как его зовут? Потому что я, честно говоря, не знаю, а только догадываюсь. И после этого обязательно, конечно же, ставь лайк под этим роликом и нажимай на красную кнопку подписаться. Ну а пока что я все это дело говорил, цунами! Волна началась прямо вот в эту секунду. Кстати, друзья, этот персонаж находится вот здесь. Вот он. Нуби, как ты думаешь, кто вот эта леска? Кто он такой? Вот кто это может быть? Я не знаю, вообще. Какой-то мальчик. Я смотри, знаю. Это какой-то человек, в первую очередь, не аниматроник. У него что-то светится в руке. У него что-то, как будто бы часы, да? Нубик, твое предположение. И у него вот это то, что у тебя? Ну, я нет, знаю, нет, вот это... Нет, как... паренек, да, вот этот, кто он такой, паренек? Я знаю, кто это. Кто это? Точно кто? Знаешь, откуда ты узнал это? Нубик умный. Так, давай я предположу. Леска, давай сначала Леска предположи. Леска, как ты думаешь, кто он? Я не знаю, но просто главный герой, может, какой-то. Главный герой? Возможно, главный герой. Я тоже думаю, тоже какой-то главный герой. Что я сделал? Называется? Как его зовут, что ли? Нубик, а вот ты как называешься? Капец у тебя, Нубик, ты каждый раз просто удивляешься мне вопросами. Как он называется? О, так, ладно, поехали. А вот как называется, друзья, вы сейчас, друзья, и напишите, как бы, а Нубик пускай дальше знает. Так что все, Нубик, куда ты хотел? Погнал-то, а куда ты полетел-то? Ты не знал, Нубик, что ли? Я думал, ты знаешь. Мы думали то, что ты знаешь, Нубик, а ты, оказывается, не знаешь. Слушай, я как раз знаю. Знаешь? А ты знаешь сказать? О том, а ты знал о том, что я знал, Нубик, что Леска знала, что ты знал? Это что? О, нашел блоки. Кстати, по поводу того, кто каких аниматроников строит. Вот у меня диджей. У вас кто? У меня диджей. У меня Монти. Фредди. Крокодил, у Лески Фредди. Кстати, друзья, интересный факт. Внимание, только для тех, кто еще не играл во ФНАФ 9. Друзья, если вы не играли и не хотите спойлеров, то пока что не, вот просто уши заткните, не слушайте, что я говорю. Так, раз, два, три, надеюсь, то, что все уши заткнули. Вы знали то, что Фредди стал добрым в 9-й части ФНАФа? Вот, реально. Вы знали? Вот, Леска, ты знала? Вот, я помню, вот ты всегда просто по вечерам рубишься в этот ФНАФ. Ты знала об этом? Я слышала про это, но я не поверила. Не поверила? Да. Спойлерить — это когда ты человеку говоришь, допустим, он не смотрел кино, а ты ему взял и рассказал сюжет, и человек больше не хочет смотреть кино, потому что он знает, что произойдет в будущем. Так что спойлерить никогда ни в коем случае нельзя, иначе ты весь интерес отобьешь. Вот ты, Нубик, вначале чуть имя главного персонажа не назвал, вот ты практически проспойлерил. Вот, так что, как-то так. Кстати, возможно, самые наблюдательные заметили, из кого у нас сегодня будет цунами. Я чуть-чуть тоже спойлер пустил, короче, нечаянно. Так что, надеюсь, то, что, друзья, не все заметили. Но кто заметил, получается, вы какие-то супер внимательные агенты, реально. Вот просто агенты. 00, не знаю кто, 009 какой-нибудь, там, 21. Так, 21, 1, 2, 3, 4, все, я нашел все. Я все нашел. Так, я интерьер пока что отложу в отдельный сундук, чтобы он у меня блоками не забивался. Так, еда, туалеты, кровати и тому подобное. Все, я убрал. Так, булыжник возьму. Кстати, лайфхак вам один дам сразу, чтобы вы потом не забыли. Возьмите и скрафтите себе сразу каменную лопату, потому что вы потом об этом 100% не пожалеете. Я сделаю это дело. Все, я тоже сейчас скрафчу, потому что я тогда не скрафтил, я очень сильно пожалел об этом. Так, все, поехали. Все, я готов, пошел строить. Короче, диджей. Ага, блоки не взял строительные, нормально строить пошел, конечно. Это круто, я придумал все. Нет, слушайте, мне придется вылезти, залезть. Не люблю я это дело, перетащить вещи. Я ставил, я говорю, я ставил, то есть, внутри бедроковой коробки. Потом, когда дострою всю базу, я уже буду, если что, вытаскивать. Я просто не люблю бегать, честно говоря. Я тоже не люблю, но что поделать.
Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Да-да, туда по направлению, лицом туда, откуда обычно цунами приходит к нам. Вот как-то так. Да вот, короче, у меня есть идея, как я буду круто строить. Кстати, ножницы мы с вами не сможем, к сожалению, сделать, железа у нас тут нигде нет. Еда, да, там еда была. Это точно. Так, друзья, это мы так поставим. Надеюсь, друзья, вы понимаете, каким планом я хочу воспользоваться для строительства, как это все дело вообще будет выглядеть. Так, как-то так, короче. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Все, это поставили. Это поставили. Все. Так, сначала я сделаю полностью очертания. Вот. Вернее, кстати, а у него же зубы такие есть. У него такие зубы прикольные есть. Я его, наверное, тогда сейчас сразу заколочу вот таким образом. Что такое? Что случилось? Да мне кажется, сейчас как цунами начнется. Да цунами еще вот буквально 17 секунд осталось. Через 17 секунд оно уже пойдет. Так что, ну в какой момент мы его увидим, я без понятия. Это вот никто еще не знает этого. Вот как-то так. Что? Каждый раз одно и то же. Ты прикалываешься, нубик, перестань. Пожалуйста. Леска, ты, он же каждый раз, да, спрашивает? Что-то было такое, да, вроде. Да? Нет, не скажем. Все, нубик, всегда подсказывали, сегодня нет. А, раз, два, так, сколько там, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, все, друзья, вот такой высоты у нас все будет сегодня, так, только как-то я странно все это дело строю сейчас, так, вот сюда, так, это все накидываем побыстрее, чтобы успеть. Кстати, у кого-нибудь есть черные шерстяные блоки? У меня есть, надо тебе? Чуть-чуть, да, потом поделишься. А сколько тебе надо? Давай, мне начну вот хотя бы. Буквально 4 штучки, я думаю, где-то, может, 5. Вот где-то я хочу зубы, я пианино, понимаю. Зубы, короче, сделать все, этому ты мне диджею. Потом, ладно, тогда сейчас окей. Я тоже начну. Так, все, давай. Светлый, так, нет, это да? Сюда, нет. Это сюда. А я, Леска, я вспомнил, и знаешь, почему Нубик не знает крафта лопаты? Почему? Потому что каждый раз, мы ему эту лопату готовую даем. Он должен взять и скрафтить Помогаем? Сам ее. Нубик, положи две палки по вертикали, сверху положи булыжничек один и скрафтишь лопату. Там самая простая схема, Нубик. Там вот именно. Леска, ой, Нубик, даже Леска запомнила, а ты не можешь запомнить. Кстати, давайте, а кто сегодня вопрос прикольный задаст какой-нибудь? Не я, я уже два раза подряд задавала. А я всегда задавал, Нубик, так что Леска тоже всегда задавал. Так что кто правильно, Нубик? Нет, не, Леска, Нубик пускай задает. Леска задавала всегда вопросы, в смысле? Задавала, Нубик, не спорь даже. Не спорь, Нубик, Нубик, ну не спорь. Ну ты если придумаешь, Нубик, подожди, сейчас придумай, улетишь давай. Отсюда. Так, ладно, все, друзья, пошел пока строить. Так, теперь с этой стороны мне нужно сделать ему... Так, нужно будет подняться, сделать... А, Леска, погоди. Слушай, одолжишь прямо сейчас черных блоков? Мне нужно 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, где-то 11, давай. Все, хорош, по-моему... Хватает. Так, сколько скажешь, у меня? 15. Все, нормально. Хватит точно. С головой хватит, я надеюсь. Так, 1, 2. А мне на голову тоже, кстати, хватит. На голову? На голову? Да. Или с головой? С головой. А что это значит? Без понятия. Ты не знаешь, что это значит? Ты не знаешь, что значит выражение «хватит с головой»? Нет. Серьезно? Да. Ну, Вик, ты с какой планеты? С Марса. Он же маленький. Он, Олен, Леска, он просто улетевший какой-то, прилетевший, не знаю, покинувший просто среду обитания, серьезно тебе говорю, что это такое вообще, он не знает, что это значит. Нубик, ну ты, конечно, о, кстати, а вот и цунами идет, из диджеев, между прочим, кстати, диджей против диджеев у нас, друзья, сегодня будет. Так, это крутотень, получается, это крутотень, как всегда. Так, делаем щечки вот такие вот, светло-синего цвета. Так, и что мне нужно еще? Давай, делай волосы. Мне нужны глаза. На глаза мне нужно 8 блоков. Так, стекла, короче, побить придется. Сейчас надо хотя страшного. Бы нижний уровень закрыть. И будет, кстати, будет нет, стоп, глаза я ему сделаю из черного стекла. То есть мне даже не потребуются шерстяные блоки. Вот, так что нормально. Так. Все будет. Так, быстрее. Интерьеры. Дверей у нас с вами нет. Мы с вами также сделаем подземные тоннели. Да, вот. Хорошо. Нубик, ну что, ты сегодня успеваешь построить? Да. И нам нужно с вами еще обязательно будет внешне оценить, как у нас с вами аниматроники наши получились. Вот, на самом деле, реально интересно посмотреть, у кого как они выглядят, насколько схоже, либо не схоже. Мне еще нужно главный атрибут сделать на своем аниматронике, это наушники. У меня проблема, у меня ничего не уместилось, у меня сейчас все затопит мои вещи. Куда не уместилось? Леска, опять ты что-то там 3 миллиона лет у тебя что-то там получается. Потому что...
Я не успела эти вещи израсходовать, у меня места нет. Так, я, наверное, вот так поставлю. Боже, как он устрашающе выглядит. Он прям вот, ну... Так, стойте, брови надо тоже объемными. Почему так не работает? Я нажимаю, ну не берет эти булки. Так. Ерунда, реально. Ну, Пикачан такой маленький. Что это? У меня вообще какая-то макака появилась, а не диджей. Получилось, вернее. Леска, капец. Да, Нубик, ну, я думал... Эх, ладно. Я думал, меня Нубик поддержит. Он просто такой, да. Что? Нет, извини, пожалуйста. Красиво, красиво. Макаку, я шучу, шучу, Нубик, я шучу. Я понимаю, что у меня фигово получилось, реально. Так, раз, два, три, четыре, так, пять. Слушайте, надо... Вышел Нубик погулять. Я так и знал. Он увидел пирожок и подпрыгнул, как рожок. Все, ладно, полетели дальше. Так, и еще мне нужно здесь три, получается, блок поставить. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. И здесь запрыгнуть. Все, вроде успел. Так, я только внешне не успел посмотреть. Слушай, стоп, 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 погодите, мне еще нужно дугу наушников также успеть сделать. Она какого-то оранжевого цвета у него, по-моему. Я сделаю тогда розового. У меня оранжевого цвета, к сожалению, нет. Слушайте, у меня прям так на память. Что такое, Леска? Что такое? Забрать надо ей, как называется. Кого, кого, туалеты? В коробке там все лежит у меня. А, понятно, понятно. Ладно, сейчас побежим реально все вместе забирать. Времени нет абсолютно. Так, смотрю, как у меня получилось. Так, друзья, смотрите. Вот диджей здесь и диджей, который получился. Слушай, у меня. Слушай, какой красивый вообще. Реально? А, в это, в цунами, да? Да, такой вроде. Не, такой у меня яркий, вот... Прикольный. Ну, я думаю, тоже, друзья, хотя бы немного похоже. Вот смотрите, как он выглядит здесь и вот здесь. Надеюсь, то, что хотя бы капельку все-таки у меня получилось это сделать. Так, ладно, все, я побежал. Так, у меня тут хот-доги были, сейчас я их поем. Так, быстрее, быстрее, у меня уже все цвет меняется. Так. Жесть, это очень... О, это... кстати, меняется? Не знаю, нормально получилось, вроде бы похоже. Ну, плюс-минус, да, можно догадаться, наверное. У тебя просто почему-то, знаешь, тебе нужно что-то... Тебе нужно было построить обычную голову, то есть как у меня. Так, почему я залезть не могу сюда? Да. Ага, все получилось. И просто ему пасть немного вытянуть. Это же крокодил, у них такая пасть длинная с зубами. Тебе надо было как-то вот так, наверное, сделать. Да, к сожалению, не успел. Слушайте, я тортики брать не буду. У меня места нет для тортиков. Да вот у меня тоже такая ерунда произошла. У меня тоже, я только сосиски. Я лучше интерьера. Они, конечно, вкусные, крутые, классные, но они просто места много занимают, и интерьер не вмещается. Только хот-доги взял, чтобы... Ой, там хорошо, вторая волна большая подходит, вы видите? И то тортами не да, ешься. Леска тут накрывает. Короче, смотрите. Так, лестницу у меня автоматически снесет. Я сейчас тогда сношу у себя один слой стены, вернее, два слоя стены, чтобы зайти внутрь, и баррикадируюсь внутри и начинаю заниматься интерьером. Так что, Леска, Нубик, давайте удачи, я уже в своем... А как называется такая штука вот эта... Так, у меня белой шерсти нет. А, нет, стоп, есть, друзья, могу ее отсюда взять. Как называется белая штука, какая где, штука? Как получается, можно прятаться по типу, вот как это называется? Батискаф, что ли, я не знаю. О, я не знаю, это в смысле, это в чем нет? Она используется? Не подводная лодка, а вот какой-то еще субмарина, что ли, субмарина называют, что-то такое, подводный аппарат, короче, такой, знаешь, что как шарик выглядит, вот по типу, когда космонавты возвращаются на Землю, они возвращаются... в таком шарике, который парашют открывается, они в такой штуке возвращаются. Не слышала? Как это называется? Не батискаф реально? Не, батискаф это костюм, по-моему, глубоководный, да, какой-то? А, точно, точно, это глубоководный костюм. Да, Нубик? Реально? Да, да. Я вот не особо помню просто, честное слово, вот, я не могу ничего по этому поводу сказать. Так, ладно, друзья, все. Слушайте, у меня даже два этажа получается. Я что-то как-то... Или не рассчитывал на то, что получится два этажа. Вообще абсолютно. А у вас что там? А у меня ой, тут прикольно дизайнерско получается. В туалете плавают диджей. Ой, вот эти вот. Ну, диджей получается, да? Да. Ну вот. Ну, Бекну, ты вообще. Я просто думаю, что я раскрою тайну, кто это. Нубик, ну мы же не про диджея говорили, а вот про этого паренька, который главный герой. Я думаю, уже можно сказать. Короче, кто не знал, он называется, его зовут, как, Нубик? Григорий. Грегори, да, все правильно, Григорий. Ты капец, вот я не знаю, просто вот. Хоть встань, не падай, короче, вот. Так, так, сегодня хотелось бы сделать поприкольней кое-какую комнату. Вот, и я сделаю ее следующим, да, хочу отдельно наконец-то ее сделать, и я сделаю ее вот так.
Да, Нубик. Наконец-то Нубик признал, что у него получается некрасиво. Наконец-то, резко нам с тобой ему не надо говорить, что у него некрасиво. Ты, Нубик, в тот раз интерьер, что у тебя там мало было? Ты в этот раз как у тебя? Нормально уже интерьер? Хорошо. Душ, душевая лейка, душевая кабина, унитаз получается и все остальное. Так, а что еще можно на первом этаже сделать вместе с туалетом? Как вы думаете? Я даже не знаю. Можно сделать, наверное, какой-нибудь, типа, компьютерного стола, да, поставить? Да. Можно такое? Рабочую зону сделать? Можно. Только у меня нет компьютера сегодня. У вас есть компьютер? Сейчас, подожди, я посмотрю. Нет. У меня стула нет. У меня стула еще нет. Тоже. Капец. Так, а что делать буду без стула? Как, на чем сидеть? На чем сидеть? Ладно, придумаю что. Табуретку подставлю какую-нибудь. Так, кухня есть у меня, так Пу-пу. Что... Пу-пу. Что бы сделать? Нубик... Что тебе невнимательный. Сделать? Вот видишь, я как-то с Тубиком взаимодействую, он не слушает меня. Да. Что сделать? Ну сделай эту зону. Ну кофейку, в смысле, пупу. Леска, ну ты тоже не в теме, что ли? Вот, друзья, да видите, у них концентрация нулевая. Нет. Когда строят, они ничего не слышат, друзья. 200%. Один я тут только что-то вот. Да. О, на мусорном ведре буду сидеть за компом. Так. За столом, вернее. Так. Сейчас его поставлю. Я тоже. Так. Стоп, сломается или нет? Короче, я вот сюда в уголок поставлю, если что, буду двигать потом и садиться туда. Нету, что ли? Ладно, просто стоя буду стоять, всё. Стоя стоять. Так, а что еще можно... Куда мне этот гигантский диван ставить? Слушайте, нет, давайте, знаете, что сделаем? Кровать, где спать, я поставлю вот сюда. Телек поставлю к этой стороне. Вот так. Ну, Вик, ты скрафтил лопату? Да. Ух ты, ничего себе, наконец-то. Когда так, и... Вот. Так, получается, ты, лампу настольную... Себе. Будет стоять здесь, еще больше света будет. Заодно... Так, и я кран не поставил. Слушайте, у меня мысль кое-какая появилась. Сейчас, секунду. Какая? Так. Так, о, туалетную бумагу не повесил. Слушайте, а у меня готово. Я сейчас коврики постелю, побольше ковров сделаю. И у меня реально готово. Не, вот, не, как-то так. Пустите. Так, давай ставь. Так, я пока... Давай, я ковры пока застилаю здесь. И я тоннелями тогда подземными в таком случае займусь. Вот, так. Так. Если что, нет, это не симметрично. У меня лопата есть, все есть, так. Так, пускай будет лучше вот так. Все, туда заходить уже не буду. Так, и коврик нужно вот этот постелить также еще и здесь. Так, как-нибудь вот таким образом, квадратиком. И готово. Большой диван, к сожалению, ставить некуда. Я могу вам кому-нибудь диван отдать, этот гигантский. Нет, вот. Тоже нету. А, так, ну, так. Тогда без дивана все не обойдемся. Так, все, я копаюсь к леске. Телевизора нету. Хорошо. Так, стойте. Как мы сделаем? Так, подъем у меня будет с этой. Не-не-не, подъем не здесь. Стоп. Подъемчик у меня будет здесь. Получается, под моей базой снова будет центральный тоннель проходить, который будет все наши базы соединять. Вау, вот, будет круто. Мне очень нравится, на самом деле, сейчас. Так, это мои барьеры. Ага. Мне тоже очень понравилось. Мне сейчас не нравилось из-за того, что я не знал. Ну, типа, куда поставить, так, и такое не вписывалось. Вот так, Леска, я проламливаю, если что, пол. Давай. Так, а что это такое у тебя? Тут не стена, надеюсь? А, я понял. Я ты все диван? Понял. Диван? Нет, у тебя почему-то стена прям очень далеко так доходит. Так ты же у меня! А, да, Нубик, это ты, ё-моё, забываю, я путаю постоянно. Так, раз, два, три. Здорово, Нубик, здорово, здорово. Сейчас я приду к Леске, сделаю, пока ничего не смотрел. Так, короче, давайте достраивайтесь, Леска, я там у тебя достраиваю. Да, всё, я уже туалет ванну осталось только поставить. Нубик, пошли пока по тоннелю за мной к Леске, погнали. Ладно, пошли. Не-не, ты поставь, потом пойдешь, я пока тоннель копаю все равно. Всё, я уже поставил. А, ну ладно. Сейчас я пока с сосисочками. Да. Ай, вода. Стойте, заткнуть надо это все. Так, где база Лески? Так, вот барьеры, границы начались. Надеюсь, то, что я ровно стою. Так, Лубик, стой, погоди. Света добавим немного. Где у меня? Поставь лампу вот сюда в углубление, если у тебя есть еще. Так, ломаем. Что это? О, попал. Так, ставим лестницу. Ну что, друзья, начинаем оценивать. Ну что тут у нас? Леска. Что тут? О, смотрите, диджей как раз только подходит цунами. О, какое оно красивое. Так, растений так не хватает. У Лески второй этаж тут тоже маленький, а такой нет растений, получился. Кстати. Растений а-а-а. Нет, у нас были. У нас да, были с Нубиком, видимо. Ой, так обидно. Слушайте, да. Я так люблю их. Прям растения в Леска, ты, походу, не все сундуки нашла. Думаешь, да? Да, кстати. Вроде да, думаю, то, что да. Намного-намного больше было. Согласен. И так, слушай, обидно. Смотри, диджей на потолке. Слушай, Леска, у тебя хотя бы что-то... Я не оценил внешне, но... Пока не очень понимаю, а почему у тебя много оценишь? Так окон
повсюду, и они на разных уровнях все. Вот и как вообще? Смотри, я не понимаю, что это Фредди. Потолок по периметру? Ну это да, может, ты не понимаешь, потому что его уже смыло, и я не успеваю. Просто квадрат какой-то. Да. Вот так вот. Но хотя бы леска начала получше справляться на самом деле. Смотрите, хотя бы ее получше начала получаться. Чуть-чуть на подиуме кухня получается, да? Вот здесь вот зонирован туалет с душевой. Зонирован, хорошо. И ты заходишь, смотри, у тебя тут комнатка-кроватка, да? А под кроваткой диванчик стоит, можно посидеть. Ну как круто, короче, получилось, да. Такая студия, да, прикольная? Пошлите к Шеде. Пойдем. Хорошо, леска сегодня справилась, реально. Так, теперь идем ко мне. Ну, только так, заходим зелень, сюда. Конечно, не очень в этом плане так. Да. Леска где-то застряла. Я не смотрю пока, что я жду. Я не смотрю тоже, давай. А хотя, что мне не смотреть, я же знаю все. Так, заходи, Леска, это под тебя база, смотри, прям такого же цвета, как ты. Ух ты, у тебя розовый, реально. Смотрите, это тубзик. Вот здесь у нас находится. Отдельно с этой стороны у нас находится мусорное ведро. Вот, да, можно встать на подоконник, это рот, кстати, если что. Отойди, пожалуйста. Что? Я типа кожу. Нет, не ковер. Ну ладно, пускай. Интересное решение, да? Ковер кладет? Это рот у него, на самом деле. У него же рот такой гигантский, это подоконник получилось. А-а-а. Так, это все посмотрели, поднимаясь на второй этаж. И здесь у нас полноценная комната, это глаза у него, кстати, вот здесь слева-справа. Прям кухня со спальней прикольно смотрится. Да, мне очень нравится, мне очень это решение нравится. Слушай, а у тебя полноценная прям, да, второй этаж. У меня прям полноценная база получилась, и правда, да. Вот эти вот глаза, темное стекло, как у него прям черного цвета глаза. Ну что, пойдем теперь к Нубику. Пойдем к Нубику. Каждый раз реально по-разному получается, очень интересно. Так, что там у Нубика? Так, у Нубика все такое зель... А, Нубик, ты... У тебя одноэтажная, да? И опять же, я не понимаю, смотрите, ну это ваше решение, но я всегда именно глаза либо рот использую как окна. Если мы персонажей строим, почему у вас вот здесь по бокам какие-то отверстия? Извини, давайте оценим. Извиняю, хорошо. Капец. Вот смотрите, и типа тут я придумал решение, куда можно диван посадить. Это диван, и тут сидишь, играешь на чиле. Да, ну как у тебя тут все, прям мечта исполнилась, да, играть на чиле? Туалет наверху, спальня наверху, короче, все у него наверху находится. Опа, ну, тоже неплохо. Только у тебя почему-то какой-то крокодил низкий. Ну да. Ну уютно же. Уютно, согласен. Ну что же, друзья, вот такие у нас сегодня базы получились. Аниматроников из ФНАФа 9. Получается, Монти крокодил, диджей аниматроник и Фредди, который стал добрым. Но вы прямо сейчас, именно ты, вернее, в комментариях пиши, чья база тебе понравилась больше всего. Ну а на связи был Шэдимен. Всем удачи, хорошего настроения. Не болейте, увидимся, услышимся в следующем ролике. Всем пока-пока. Пока-пока, друзья. Всем пока-пока.